Это у нас мясная нарезка, отлично. Так, приятного аппетита. Вдруг кто тоже кушает вместе с Тимохой. Все против Тимохи. Все в этой проклятой, блин, Чернорусии. Эта земля проклята. Отсюда надо бежать. Бежать на какой-нибудь дивный, чудный остров, где нет никаких проблем и забот. Всегда тепло, тонны еды. Не знаете, где такое место есть в этом ужасающем мире, который поработили ходячие мертвецы? Так, ну-ка, рюкзак отдай свой, дамочка. Угу. Так, еще мишка. Ну, два мишки, наверное, перебор. Нам хватит одного мишки. Так. Блять, это... Два патрона есть. Блять! Двое нахуй! Да вы угораете, ебать! Ёбнул одного! На нахуй! Второй, блять! Тимоха бьется, как и лев, нахуй! А ну иди сюда, блядь! Сука, у него дубина, блядь! Три этих у меня! Блядь, три пореза, нахуй! Да зомби, иди нахуй! Охуеть, два выстрела было, я его ёбнул. Так что лайка это заслуживает, господа. Сейчас, я забинтоваться пытаюсь. Сейчас челика, у него топор, короче. У него у кореша топор. Блять, он перезарядился за это время, сука. Вот это выживание, ебать. Ну и где вот эти олени, блин? Чё вы не орёте? Которые вечно преследуют нас. Лоси, олени. Но, смотрите, судьба. Судьба нам приготовила барашка. Вон они, пасутся. Пасутся, зайчишки. Козлы.
Ну тут они не козлы, тут они просто боги, ё-моё. Так, надеюсь, на базе никого нет, и они этого не слышали. Смотрите, они как пролагали. Смотрите. Во-во-во, я говорю, что-то сегодня пингую. Либо я, либо сервак что-то. Барашек все-таки, барашек. Так, все, шоколад. Мы почти в шоколаде, господа. Сейчас мы это дело пожарим. Побежали. Кстати, нож-то, нож, елки-палки, сколько у него. О-о-о-о. Блять, тело бежит. Готов. Так, тело у тебя есть? Покушать что? А кореша у тебя есть? Но бежал ты так, как будто кореша у тебя нет. Вот он, вот он, вот он, родненький. Так, ух ты какой. Ух ты какой. Зайчишка. Блять, все в говно ему. Уничтожили, блин. Так. О, то, что надо. Сейчас у нас есть автоматическое оружие, господа. Давай жрать. Жрать, 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 жрать. Потому что меня вот смущает, как бы я... Блять! По мне работают. Стамину надо восстанавливать. Мне пизда, надо ящик скидывать. Что думаете? Я сейчас не отмансую никуда. С глушителя работает. Вон, вижу его. Вижу, работает. Что делать будем? На тебя нахуй. В плиту ему дал, видели? Блять, передергивать надо. В плитнике, сученыш, а? Плита-то не берет, блять. Вижу, вижу. Сука, что ты делаешь, блять? Второй раз дал, блядь. Промазал. Упал. Упал, сучёныш. Готов. Готов, родненький. Так. Тихо, 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 тихо. Господи, она ни разу не заклинила. Спасибо тебе, спасибо. Это все Мишка, господа. Так, явно был одиночка, потому что больше никакой стрельбы не велось по мне, поэтому сейчас можем безопасно практически двигаться. Так, на всякий случай, хер его знает. Так. Давайте смотреть, что тут вкусняшка. Так, плита есть, зашибись. Меняем. Так, быстренько разлуточку делаем. Куда делся? Так, блин, мы перед ним были, как бы. И куда вот он исчез? Зомби ни хрена не среагировали. Тихо, 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 мать.
Да я видел, что он убежал оттуда. Господа, вы меня под монастырь хотите подвести? Во-первых, я испугался, что он не один. И могли уже начинать накрывать. Я наоборот слишком осторожный. Поэтому не стал долбить его. Так. Блин. Никуда он не убежал. Ну чё, сейчас-то в унке лежит по-любому. Чё, как думаете, упал или нет? Напихали ему хорошо. У него двустволка, может положить, нехрен петь. Просто надо либо рашить, либо чё. Теряем время, господа. Он просто очухается сейчас и все. Полундра! Блять, живой, вы чё, угораете, реально? Так у меня дымовые только. Он не упал в унку после 2-3 пуль. Сука, блядь. Блин, эта курица скоро протухнет, надо ее как так-то бы жарить. Но пока опять же смотрим, что я тут могу подлутать пока что. Смотрим. Угу, двое. Двое. Блять, это не та позиция. Блять, перебегать буду, увидят, нет? Француза занять. У тебя есть отмычка, Тимоха? У Тимохи отмычки нет. Окей. Так, они идут по-любому. Да они уже... Да кого они услышали премию, я тебя умоляю, 300 метров до них было. Услышали они, ага. Вопрос лишь в том, они палатки пролутали или нет, или только готовы туда идти. 30 FPS. Ага.
Этот ранен один. Один ранен. Блять, задирается ствол. Долбанный ствол задирается. Чё, трое что ли их? По кому он стрелял? Непонятно. Так, пока одного только ранил. Отстреливают зомбаков. Так, этот в унке опять лежит. Кто-нибудь опять напишет, добей, да? Вот как я его должен добить? Что, сзади? Да ладно, серьезно? Второй готов. Трое их, значит, все-таки. Где труп? Ну? Бинтуемся. Я боюсь, что второй встанет. Больно резво, больно обошли. Боюсь, что трое. Патроны, патроны, патроны. Да, братка, мне вот это от тебя надо было. Вон зомби, смотрите, лежит. Это труп. Он мертвый. Господа, Тимоха минус 2 все-таки дал. Давай, 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 дождь, лей, 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 лей. Да, вот он, родненький. Ути, батюшки, у тебя М16. Так. Ой, ты мой хороший. Ой, ты мой хороший. И дополнительный магазин-то у него есть, вы посмотрите. И это-то у него есть. И еще адреналин-то у него есть. И эпоксидка-то у него есть. И отмычка-то у него есть. И спирт-то у него есть, черт возьми, не влазит. А, не-не-не, подожди, а кок забираем, забираем. И ремень-то у него есть. Каска нет, даже не просите. Как бы сейчас мой третий поход к трупу не закончился нехорошими вещами. Так, все, покушать нашли, теперь не надо заморачиваться с мясом. А милый с горочки спустился. Блять, это пиздец какой-то. Ну и все, смотрите, он меня сейчас шокает в ответ. Он уже прекрасно слышал откуда. Давай, шотай меня уже и на этом закончим. Я заслужил, блядь. Ой, ну меня на движение постоянно шотают. Хуй знает, я стоячек только могу, блядь. Ух, вижу, вижу, куда уходит. Нормально ты драпанул-то, чувак, ты мой. Да, это он. Давай, давай, давай. Чё, вас двое, что ли, уже?
Мальчуганы. Так, идем параллельно друг другу. Ну сейчас он меня точно увидит здесь в открытом поле. Теперь я его уже немного потерял. Вон, вон идет, вижу. Он пытается уйти, думает, что тут его, видимо, команда целая преследует. Сейчас попробую догнать. Мне пофиг. Убьет, убьет. Тут дело принципа уже. Нет, он убегает, он не Раша. Сейчас я ему в спину. Так, что по дистанции? 300 метров? Ну-ка, 200 нахер поставлю в жопу, блин. Так, хотя он мог здесь где-то остановиться. Возьму М-ку, ну реально. Вижу, вижу. Выходим на дистанцию выстрела. Блять, если я сейчас его не шотну, у меня все, пукан сгорит. Да вы угораете. Блять, он передо мной прям. О, жесть. Фух, сердце в пятки ушло. Блин. Гранатомет у челика аж. Охренеть. Оу май гад. Оу май гад. У него тут и это, и то. Ой, и мина-то моя любимая. Так, и это-то у него есть. Так, уходим. Да ладно, ты байтить перестал? Челик, ты чё? Кто в диспе сидит, оттуда не выходит. Челик, ну ты чё, родненький? А, ну то есть я опять собрался только сделать этот выстрел, причем патроном с трассера, чтобы... О, нет. Родненький, смотрите, стоит. Ну, блин, 500 метров, мне кажется. 400-500. Я питик, короче, поставлю. И сейчас следующая вот эта вот его вылазка. И смотрим. Вдруг шикарный выстрел получится, да? Ну, я косой, конечно, у меня не получится, но все-таки. И начнем обходить, смотреть дальше, фланговать, где там кто по нему долбит. И все, он перестал байтить. А нет? Этот гаденыш, а? Ну почему опять в такой позиции, когда я не могу? Ну он какой-то... О! Чё, неужто выходить хочешь? Просто он так сместился там, как будто в сторону лесенки. И по лестнице ушел вниз, прикиньте. Он, походу, реально хочет куда-то сейчас смещаться. Извращуга этот, блин. Тимоха пойдет на убой, да. В лесу можно сейчас вот так на кого-нибудь нарваться. Кто как раз смещается. Молотова не хватает. Ну это, кстати, прикольная тема, наверное, особенно кемперов, да, выкуривать. Дал ему туда, на, блин. Блять! Отвечаю, у меня просто люто глаз сейчас. Я бегу и чешу глаз. Не зря вы... Блять, пошли нахрен, зомби. Все, капец, они сейчас не дадут мне. Так.
Этот одиночка, его залутать можно успеть. Блять, зомби, да хорош. Это все. Они ничего не дадут мне сейчас залутать. Надо подняться и чекать, короче, контору. Да пропади ты пропадом. Ну, нет, я не буду рисковать жизнью этого Тимофея.